Ну что, все, полетели, начались приключения. Страх. Было приключение. Только-только начали Turkish Airlines работать. И нас не выпускали с визами в Турцию. Пока не пришли представители, решили, что позвонили в Турцию, и все нормально, все хорошо. Так что лечу. Ничего особенного. Duty free. Аэропорт. Мои сумочки. Самолетики. Ну все, прошли. Все хорошо и все. Ходят, и чтобы были все в масках. Я тоже сейчас надену масочку. Я пока снималась, я так сижу. Я сижу тут за роялем, сейчас покажу. Вот он. Такой вот белый рояль. Это вообще натуральное. Это настоящее растение. Они вот так растут, настоящие. Ну, ничего не изменилось, ничего не это. Все, полетели. Главное посмотреть новый аэропорт Turkish Airlines. А здесь все по-старому, все есть, все нормально. Народу немного, ну вот так, полетим. Ну что, в новом аэропорту? B7. Майами, наверное, наш самолет стоит. Наши самолеты стоят. Назад я уже, когда буду ехать, я сниму. Половина не работает там, но интересно, новый. Duty free. И целая куча приключений. Я потом все расскажу. Места и фильмы, какие можно посмотреть. И уже поедем. Я сижу одна в ряду. Рядышком нет никого, что я хотела очень. Из окошка. Я одна сижу. Как здорово. То, что хотела. Так что у меня ножки будут отдыхать. Новый самолет, и нет здесь. Нет здесь шторок. Они, наверное, сами закрываются потом. Все, мы поехали, прилетели уже. Из Турции в Майами. Protective medical mask and face
Очень хороший самолет. Сижу одна из трех стульев. Три стула я одна. Замечательная такая шикарная штука. Я теперь могу поспать. Вытянуть ножки и поспать. Аэропорт как будто бы в кратере. Вот в Орелье в кратере какое-то место. Очень интересно. Ну, потихонечку буду смотреть, где мы будем лететь, как...